Капитальный ремонт многоэтажек. Год второй. Подводим итоги и делаем работу над ошибками. Реализация программы реконструкции жилого фонда в 2015-м должна была улучшить условия проживания без малого 25 тысяч человек. Вдвое больше, чем в 2014-м. Статистику и факты нынешнего сезона мы собрали в нашем инфоблоке. В этом году в программу реконструкции попали 203 дома Белгородской области. Почти четверть из них в Старом Осколе. Годом ранее, в 2014-м, капитальный ремонт прошли только 106 многоэтажек. В перечне производимых работ – замена внутридомовых коммуникаций, кровли, ремонт и утепление фасадов. Выросло число домов, увеличился и объем финансирования – более чем в два раза. К ремонту жилого фонда области приступили в апреле. Перед началом работ подрядной организации прошли серьезный отбор. Тем не менее, не обошлось без нареканий к качеству и даже откровенных провалов. К примеру, в Белгороде на одном из домов попросту провалили крышу, загрузив ее сверхмеры песком. В итоге треснули плиты перекрытия. А в поселке Северный Белгородского района возникли проблемы с заменой ливневой канализации, в результате чего после первого же дождя затопило несколько этажей. Плюс к этому далеко не все подрядчики в 2015-м уложились в отведенные сроки. Реконструкция по всем районам должна была завершиться 1 октября. Однако на нескольких домах недоделки устраняются до сих пор. Какие выводы сделаны по итогам сезона капитального ремонта многоэтажек в этом году? Как ответят недобросовестные подрядчики и как будет выстраиваться работа с ними в 2016-м? На эти вопросы нам ответит эксперт в студии. Сегодня это Леонид Белоковаленко, исполнительный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ. Здравствуйте, Леонид Игоревич. Добрый день. Капитальный ремонт должен был завершиться в октябре месяце. Подскажите, когда комиссия приняла последний дом? На сегодняшний день основные виды работ завершены на всех 203 домах на территории области. 193 дома приняла комиссия. На 10 домах исправляются недоделки. Это вот на 10 домах подрядчики не уложились в срок? Подрядчики не уложились в срок на 50 домах, но на 10 домах устраняются на сегодняшний день до сих пор недоделки. Каковы причины такого срыва с по срокам? Прежде всего, это проблема в организации производства работ по капитальному ремонту подрядными организациями. А к качеству работ есть претензии? К качеству работ были определенные претензии, но они исправлялись на стадии производства работ. И я хотел бы напомнить, что все подрядные организации несут гарантийное обязательство 5 лет с момента исполнения договора. И за качеством мы следим каждый год и будем отслеживать в течение 2016 и последующих годов. Леонид Игоревич, какие-то штрафные санкции применялись или будут применяться к тем ну, подрядчикам, которые допустили такие срывы? Да, на сегодняшний день документы находятся на проверке в фонде. И, конечно, мы видим порядка 25 организаций, к которым будут применяться штрафные санкции за срыв сроков, за нарушение условий договоров. Срыв сроков различный, начиная от одного дня и кончая 76 днями. И санкции в этом году мы ожидаем порядка 20 миллионов рублей за, по области. С какими-то, наверное, из этих подрядчиков вы уже не будете заключать договоры э, в следующем году? Да, организации, э, так сказать, злостные нарушители, они будут исключены и не допущены к программе капитального ремонта в следующем году. Также они будут э, помещены в черный список. В принципе, много проблем, недоделок по капитальному ремонту идут из-за халатности, из-за, наверное, непрофессионализма подрядных организаций. Как можно предварительно оценить уровень профессионализма организации, которую вы нанимаете в качестве подрядчика по капремонту? На сегодняшний день требования к подрядным организациям, участвующим в конкурсе, достаточно жесткие. И подрядные организации должны подтвердить и количественный состав работников, и их квалификацию. Ну а квалификацию работников кто проверяет? Конкурсная комиссия на стадии участия компании, той или иной компании в конкурсе обязательно проверяет квалификацию сотрудников, опыт работы в данном направлении, наличие разрешительных документов, лицензии СРО. То есть в конкурсе и побеждают в конкурсе только организации с квалифицированными сотрудниками. А может ли быть такая ситуация, что на предварительном этапе подрядчик заявляет одну квалификацию своих работников, а уже в процессе производства работ нанимает низкоквалифицированный персонал? Такая ситуация возможна, но организации, следящие за ходом проведения капитального ремонта, организации, осуществляющие строительный контроль, проверяют на каждом этапе производства работ подрядной организации на предмет Квалификации сотрудников проверяют документы, разрешающие сотрудников и участие неквалифицированных сотрудников в капитальном ремонте здесь исключено, потому что мы постоянно ведем контроль. Исходя из опыта этого года, на следующий год как-то будете менять схему работы с подрядчиками? Да, необходимо активно участвовать в программе капитального ремонта и собственником помещений, и это будет нам помогать и позволит избежать многих проблем, связанных со сроками сроков, с некачественным исполнением работ по капитальному ремонту. То есть контроль должен осуществляться на стадии производства работ. И контролировать должны как фонд, как специализированная организация, осуществляющая строительный контроль, так и собственники. Спасибо, Леонид Игоревич. О капремонте многоэтажек в этом году и о перспективах следующего мы говорили с Леонидом Белоковаленко, исполнительным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ.